Всем привет, друзья! Меня зовут Светлана, и сегодня у нас для вас приятная новость. В гостевой дом «Мур-ля-Мур» начинает летнее бронирование. Сегодня я вам расскажу, на какие месяцы открыто бронирование, какие цены, какие номера. У нас здесь работало раньше кафе «Тайхаку», сейчас кафе «Тайхаку» переехало на новое место. Пока что остались еще старые картинки. Здесь будет работать домашняя кухня в гостевом доме «Мур-ля-Мур». Будут предоставлены завтраки и обеды за доплату. Также будет меню, вы можете заказать то или иное блюдо. Будут ценники с описанием блюд в каждом номере. То есть вы можете не беспокоиться о питании, вам не нужно будет бежать на Парали или еще куда-то искать столовую. То есть если вы не хотите сами готовить, в гостевом доме «Мур-ля-Мур» будет работать повара. И, соответственно, вы сможете питаться прямо на территории гостевого дома. Салон красоты. Сейчас он в таком состоянии, только подготавливается к сезону. Здесь будут услуги по уходу за волосами. Будет работать парикмахер. Вы можете подстричься, покрасить волосы, уход за волосами сделать. Также будет работать специалист по шугарингу, депиляции. Маникюр, педикюр, как это было уже в прошлом году. А для детей, специально только для детей и только для жителей этого гостевого дома, будет по льготным ценам работать мастер по косичкам. Только для жителей гостевого дома. Конечно же, я зайду внутрь кафе-столовой. Здесь у нас, смотрите, уже плитку положили, оштукатурили стены, проводку вывели. Установлена качественная новая вытяжка современная. Мы находимся во дворе. Кто здесь отдыхал летом, прекрасно знает, что столики стоят со стульями по периметру. Наверху также остался солнечный тент, навес. И на первом и на втором этаже это корпус стандарт. Он после ремонта. В прошлом году здесь был завершен ремонт. И уже первый сезон гостевой дом пережил. Сейчас будет уже второй сезон после ремонта. Я вам покажу номера 4- и 5-местные в этом корпусе. Мы сейчас на втором этаже находимся, гостевого дома «Мур-ля-Мур», корпус стандарт. И у нас здесь сдаются 4- и 5-местные номера. Я вам сейчас буду показывать номера с 9 по 16, которые у нас 4- и 5-местные. И буду говорить, конечно же, цену на каждый из них. Единственный момент, первый этаж, он идентичный второму, поэтому рассчитывайте этот как то, что здесь какие номера на втором, такие же есть абсолютно по вместительности и по обстановке, такие же на первом. 5-местный номер. Здесь у нас имеется холодильник, комод для вещей, панно из зеркал, сплит-система, тумбочки, телевизор, зеркало и, конечно же, вешалки с крючками, санузел, санузле раковина с водой, с подсветкой. Сейчас я покажу. Видите, она разноцветно переливается. Душ, как вы видите, все свежее, чистое, новенькое, потому что всего год назад закончился ремонт в этом гостевом доме. Новый санузел. По стоимости. 4-местное размещение стоит 2500, 5-местное 3000. Но если у вас, получается, ребенок не занимает спальное место, допустим, вас четверо и один маленький ребенок, то также будет 2500. Если у вас 5 человек и, допустим, еще ребенок может, например, на двуспальной кровати спокойно поместиться, то можно тоже, как 5-местный, на 6 будет 3000 рублей. Соседний с ним номер 4-местный. Здесь двуспальная кровать, односпальный верх и односпальная кровать. По стоимости на 4 2500. Если 4 плюс маленький ребенок, то также 2500. То есть 4-5 мест. Без спального места ребенок бесплатно. Здесь у нас холодильник, комод, сплит-система, крючки, зеркало, вешалка, телевизор. В каждом номере есть еще интернет, Wi-Fi и санузел. Идентичный предыдущему, тоже новый, свежий санузел, раковина, зеркало, душевая кабина, душ. Также есть тумбочка, подсветка, все, что нужно вам. Еще один 4-местный номер, он уже немножко побольше, попросторнее. Здесь столик со стульчиком для ребенка, односпальная кровать, также двуспальная кровать со спальным верхним ярусом, холодильник, сплит-система,
Здесь у нас фигурки с кошечками, вазы, телевизор. Интернет тоже, как я говорила, в каждом номере имеется. Санузел. Тоже после прошлогоднего ремонта. Раковина. Душ. Стоимость данного номера, так же, как и стоимость предыдущего, 2500 на четверых. Если есть возможность с маленьким ребенком, здесь матрас позволяет, то можно и впятером, также за 2500. Еще один четырехместный номер, односпальная кровать, двуспальная плюс верх, телевизор, полочки, холодильник, комод, тоже полочки, зеркало, вешалки, сплит-система. Wi-Fi, интернет. В санузел такой же, как и в предыдущих номерах. Сейчас здесь просто отключен на этом этаже пока что свет. Санузел. Пожалуйста, раковина, унитаз, зеркало. Душевая кабина с поддоном. Душ. По стоимости данный номер также стоит 2500 на четверых. Ну, 4 плюс одно маленькое место для ребенка, допустим, если он спит с вами, то также 2500, можно пятером, если ребенок спит с вами. Четырехместный номер, односпальная кровать, двуспальная кровать и односпальный верх. Телевизор, холодильник, полочки, сплит-система, крючки. Давайте покажу вам санузел. В санузле туалет, душ. Раковина, зеркало. По стоимости 2500 на четверых. Если у вас четверо плюс один ребенок спит, допустим, с вами, то также будет 2500. Хочу отметить, что эти цены актуальны на пик сезона, на июль-август. О ценах на июнь, на сентябрь обязательно сообщу позднее. Сейчас мы начинаем бронирование на пик сезона, на самые жаркие и востребованные месяцы. И даем вот такую хорошую льготную скидку, потому что в пик сезона, если не забронируете ранее, уже будет совершенно другая цена. Цена оправдана, потому что свое питание будет на территории, будет работать еженедельно живая музыка для взрослых, и для детей будет детский аниматор. Также еще будет кинопросмотр мультфильмов или мультиков и фильмов для детей. Это будет по расписанию ежедневно. Мы делаем досуг для ваших детей веселым, беззаботным, и чтобы после отдыха остались приятные впечатления. Мансардный этаж находится у нас в четырехэтажном корпусе. Здесь у нас второй этаж. Он состоит из 5 номеров. Их я чуть-чуть позже покажу. Они там тоже 4-5-местные. И вот этот у нас корпус на 3-й и мансардные этажи. На каждом этаже у нас есть детская кроватка именно в этом корпусе. Так что при желании, при бронировании вы можете сообщить о надобности детской кроватки. Это у нас мансардный этаж. В гостевом доме Мур-ля-Мур. Здесь всего 3 номера. Можно даже мансардный этаж бронировать весь этаж по вашему желанию. Это у нас 5-местный номер. Как вы видите, здесь есть также телевизор, тумбочка. Вот она, зона отдыха со столиком. Двуспальная кровать, односпальная кровать, односпальная кровать, раскладывающееся кресло. Здесь вентилятор, но имеется и сплит-система. Это подойдет тем, кто, может быть, из-за деток не хочет пользоваться сплит-системой, могут включить вентилятор. Также имеется холодильник. И давайте вам покажу санузел. Вот такой вот санузел, туалет, душевая кабина с душем, зеркало, раковина. Вот такой вот просторный номер. Он считается уже 5-местным. По стоимости 2500, это если вчетвером, 3000, если впятером, и также 3000, если вшестером. То есть, если вы сможете спать с маленьким ребенком, либо дополнительно попросить, хотите раскладушку вот из разряда, как кресло дополнительно раскладывающееся, то также будет 3000. Звоните, если кому интересно. Напоминаю, мансардный этаж находится на 4-м этаже, поэтому подойдет он не каждому, но при этом значительно сэкономит ваш бюджет, и здесь отсутствуют ярусы. Соседний с ним номер 3-местный.
Трехместный номер стоит в июль и в август 2200. Он подходит для размещения троих человек. Здесь имеется сплит-система, холодильник, телевизор. На всякий случай, если вам нужен вентилятор, также здесь имеется. Санузел. В санузле раковина с зеркалом. Душевая кабина с душем. Туалет. Дополнительное место здесь в силу площади не поставить, поэтому этот номер трехместный. В июле-августе 2200. Обращайтесь. Соседний с ним номер, третий на этаже, получается, и последний четырехместный номер. Стоимость летом 2500, если вы можете спать с маленьким ребенком, плюс еще двое у вас человек, то также будет 2500. Холодильник, вешалки, сплит-система, телевизор, тумбочка. Давайте вам покажу санузел. Санузел уже немножко другой формы. Здесь душ. Туалет. Раковина. Зеркало. По стоимости я уже сказала 2500 на четверых, либо 2500 на пятерых. Обращайтесь. Вот еще один вентилятор на этаже. В последнем номере его не было, потому что он стоит здесь. Также вы можете его взять себе в номер. Вот такой здесь открывается вид. До моря идти 15 минут. Я вам сейчас покажу расстояние до Паралии. Многие интересуются, сколько расстояние до набережной. Я как раз пешочком сейчас для вас пройдусь от гостевого дома до Паралии. Идем на Паралию от гостевого дома Мур-ля-Мур. Это у нас улица Горького. И здесь вот напротив маршрутная остановка, если в сторону Витязева ехать. Ну или и 128-я здесь, в принципе, они обе останавливаются. Здесь у нас конец одностороннего движения. Туда направо это у нас в поселок Витязева, налево это у нас как раз-таки к морю, к пляжам и к Паралии в том числе. Здесь у нас уже началась улица Черноморская. Как видите, без зелени все выглядит совершенно иначе, чем с ней. Тут же все утопает в зелени, запахи приятные фруктовых, плодовых деревьев. Здесь у нас, как вы понимаете, торговые ряды, ролеты. Они сейчас зимой, естественно, не работают. Напротив также магазины, Дары Абхазии. Ну, в общем, летом, кто здесь бывал или смотрел одни из наших сюжетов, они прекрасно понимают, что здесь продается, в каком количестве.